А я маленький злой птенчик. Пойдем именно искать то, что мы сейчас будем делать. Искать лабораторию. Хочу какую-то собаку на все. Папа, помоги мне выбраться. И всем привет, вы на канале Safe Plan Games, я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в Feather Family. Я тут чуть-чуть застряла, я не знаю, сама как я это сделала. Но хотя я спрыгнула вот с этого камня, с так гнезда. Вот сюда. Ну нет, с грязи как-то вот сюда вот спрыгнула и упала, и не смогла больше выбраться. Понял. Я тебе помогу, потому что я сильный. И большой. Я большой птенец, но я птенец еще тоже. А я маленький злой птенчик. Ой, нам червяка тут прям на меня поставили. Это новая птица, червяк. Я его уронил. Бедная птица, надо ее... Осторожно, яйцо. Так, пошли, папа, в приключения. Телепортируйся в Ice Mountain. Сегодня мы покажем новую секретную птицу. Кто не знает, что это птица, как называется, в общем, да. Да, смотрите видео до конца, и вы тогда узнаете. Да. И не забудьте поставить лайк. Да, и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Да, и нажать колокольчик. Ой, тут так мало червяков, тут вон только один на камне как-то. Я решил бежать. Смотри, как я бегу смешно. Я тоже так могу быстро бежать. Давай пожарим червяков. Не, я так ем. Так, а куда мы идем вообще? Мы будем искать лабораторию. Пойдем именно искать то, что мы сейчас будем делать. Искать лабораторию. Мне кажется, она где-то вот в этом направлении. Но я точно не знаю. Ну, давай искать. Вот, нашла. Телепортируйся. Заходи в школу. И телепортируйся ко мне и выходи. В общем, мы нашли тут лабораторию. Так. Но тут один секрет, так сказать. Ого. Тут надо код ввести. Но я знаю код. Код это 2022. Дверь открылась. Червяка потеряли. О нет, меня закрыло дверью. Спасай, я захожу. Главное, что я взял червяка. А тут уже кто-то есть. Вот тут ископаемые. Сейчас, подождите. Я попытаюсь залезть. Давай я помогу. Вот, это ископаемые Конфуциозорниса, вот у него перья ведь такие. Ага. Вот Джихалорниса, у него хвост, а вот это, это какая-то что? Нога. Но тут написано неизвестно. Это, наверное, нога новой птицы. Какая большая птица будет, ребята. Как вы думаете, какая? Напишите в комментариях. Да, давай я вырасту. Давай, я тоже. А с хвостом будет лучше. Ну, ладно. Мне хвост нравится с хвостом. Кто больше? Здрасте. Ой, прячемся. Тут как орел какой-то. Меня никогда не было тут. Какая-то собака на все. Папа, помоги мне выбраться из пола. Только по имени нашел тебя. Имя торчит. Сейчас отнесу куда-нибудь. Я не понимаю, какой... Вот а, я провалился за шкаф. Соня. Ой, папа, со мной тоже такое вот происходит. Именно то, что с тобой произошло. Ты Соня, я в шкафу. Да что ж такое? Лети. Ой, я выбрался. Нет, я на другой полке. Я выбрался. Дрось. А что в этой книжке? Написано. А, он говорит, что я решил закончить мое изучение. Что тут, минус 17 температура? Да, да уж. Я тоже не знаю, что это за кнопки, я тоже их все время нажимала. Ты где? Сейчас, подожди. Ой, тут я пингвин? Я какую-то кнопку все время нажимала, и... Ой, квиз. Видишь, чего оно все сперто с карнивор. Карнивор. Что за карнивор? Что такое карнивор? Ну, это который кушает мясо, по-моему. Ням-ням-ням. Which even it only eats meat. Ну, вот ты сама и узнала. Hulk
can you tell if a bird is a predator? Что за... Predator, хищник. Как ты можешь сказать, что эта птица хищник? If an animal is omnivore, it means omnivore. Это что значит? Наверное, plants... Ну а на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. Пока-пока. Всем пока, ребята. Ставьте лайк, мы узнаем тогда, что вам понравилось. И будем снимать еще. Да, а сейчас я буду застревать в шкафу. Сейчас, подождите, сейчас. Опа. Лети за шкаф. Лечу. Сейчас. Опа. Я видел, как ты туда провалилась. Здрасте. Я тут застряла, чуть-чуть не выжить.